Впервые в выставочном зале Ангарского городского музея открылась семейная экспозиция «Мастерская поколений». Ее авторами стали четыре родственницы, которые представили 24 работы. Среди них огненные драконы, хитрые коты, статные лошади, вязанные крестиком, написанные в цветной графике и выполненные в технике валяния шерстью. Мы решили сделать семейную выставку, поскольку моя племянница, бабушка моей невестки, мы все занимаемся творчеством. И так получилось, что вот мы собрали работы и выставили. Я разрисовываю стены, я делаю витражи, то есть как бы творческий потенциал мы не остановили. Женщины признались, что огромное количество работ в экспозицию просто не вошли. К оформлению каждой работы мастерицы подошли тоже индивидуально. Много лет семья сотрудничает с багетной мастерской. Пока свои картины художницы не продают, потому что кропотливый труд, материалы и рамки делают их дорогостоящими.